Майские праздники существенным образом преобразили рабочий график правительства Республики Башкортостан, да, собственно, и жителям достается, все сдвигают свои графики, путают вторники с понедельниками. В этот раз у нас оперативка сдвинулась на один день вперед. Начали оперативное совещание с обзора скромных достижений минувшей недели. Хабиров с облегчением отметил, что завершается строительство хосписа в Уфе. Долгие 4 года строили этот объект. Вот уже на данный момент закончены строительные работы. Остается насытить этот объект техникой, оборудованием, мебелью и прочими вещами. Судя по всему, хоспис действительно будет запущен где-нибудь к середине лета. На самом деле это, конечно, очень хорошо. Хоспис был нужен миллионному городу. Ну да, 4 года долго, нудно, мучительно, но строили, достроили. Мы договорились, что этот объект должен быть запущен конец июня, первая половина июля. Вот примерно такие вам рамки устанавливаю. Не обошлось без повторений. Рустем Авзалов опять рассказал о том, как он отправил первую партию пенсионеров из Уфы в Минск в этот социальный туризм. Первые 45 человек вернулись из Минска и, как пояснил Рустем Авзалов, изучающий русский язык в правительстве, отзывы этих туристов более чем замечательные. Ну, он рассказал, как бабушки и дедушки посетили БелАЗ, Минский тракторный завод. Ну, в общем, программа, сами понимаете, там была обширная. Всего в планах Авзалова отправить 20 тысяч башкирских пенсионеров, ну, это, правда, планы на необозримое время. В этом 2023 году Рустем Авзалов планирует отправить 1333, почему-то вот такую цифру, пенсионеров из Уфы и Башкирии в Минск, тем самым загрузить самолет, который один раз в неделю летает из Уфы в Минск и обратно. Хабиров отдельно остановился на этом самолете, заявив, что для него лично важно удержать этот рейс. Самолет летает. Мне важно что еще? Чтобы наш удержался рейс этот. Это раз. И второй за счет этого, чтобы мы этот рейс сделали два раза в неделю. Ну, что-то вот сакральное они такое вкладывают в это авиасообщение между Белоруссией и Башкортостаном. Мы, может быть, когда-нибудь поймем, в чем же здесь дело. Не обошлось и без упоминания милитаристских планов. Хабиров сообщил о том, что 4-й батальон добровольцев численностью 400 человек отправлен на слаживание в Самару. Ради Фаритович требует все-таки формирования башкирского добровольческого мотострелкового полка, численность которого он не назвал, но эмпирически можно предположить, что этот полк будет состоять от 1000 до 2500 человек, в зависимости от его формата. Мы знаем, что за стремительное устройство парка «Патриот» Хабиров получил зачет от Министерства обороны, и теперь он планирует масштабировать, как он выразился, этот успех. Филиалы парка «Патриот» будут размножаться по Башкирии, видимо, замещая собой объекты благоустройства городов и сел. Вместо парков и скверов у нас будет появляться парк «Патриот». Также Хабиров сообщил о том, что по его представлению, пятидневное пребывание детишек в парке «Патриот» может существенно поменять их мышление. Есть так точно, довольные за 5 дней у них переворачивается и мышление, и внутренний мир. На мой взгляд, это должно не просто радовать, а даже где-то тревожить, наверное, родителей. И надо, наверное, задумываться, надо ли менять мышление собственных детей при помощи парка «Патриот». Ну и апофеозом скромных успехов недели было сообщение о том, что на горе Таратау наконец-то открыли железную лестницу, и все желающие могут забраться на эту гору экологически безопасным способом, не вытаптывая эндемики, не нанося ущерба
этой священной горе, и теперь можно подняться по лестнице на самый верх, насладиться видом и обзором с возвышенности. Ну, тоже строили эту лестницу несколько лет, героически, судя по всему, истратили несколько миллиардов рублей, мы точно не знаем стоимость и смету этого объекта, но говорится об этой лестнице очень много и очень возвышенно. Теперь у нас есть лестница на гору Таратау. Там, Руслан Владимирович, вы лестницу покажете, не покажете? Да, хотел, Владимир Владимирович, позволите, да? Давайте вот еще вот такое интересное событие, я уже и об этом сам опубликовал. Покажите вот видео, вот сам лично я в ближайшие выходные поеду туда. Как-то мы уже начинаем привыкать к тому, что Хабиров тщательно обходит любую проблематику на своих оперативках. И в этот раз он тоже повелел Протяковской очень кратко, сжато охарактеризовать, что же волнует жителей республики. Энтель, вот кратко, что-то есть, вот у нас повестка насыщенная, что волнует? Прочаковская, женщина понятливая, сообщила, что никаких проблем, в общем-то, у жителей Башкортостана нет, кроме одной небольшой, которая сложилась из-за перебоя в работе автобусного маршрута Уфа-Тавтиманово. Там в Иглинском районе ИП «Искалин» подал заявление о прекращении своей деятельности. По закону должен был 90 дней еще отъездить. Ну, вот, собственно, все проблемы жителей республики. Да и то, эту проблему, в общем-то, создал некий перевозчик «Искалин», который вероломно отказался от исполнения своих обязательств в течение еще 90 дней обеспечивать перевозку пассажиров по этому маршруту. Собственно, вот, в общем-то, все проблемы, никаких остальных других проблем жителей республики нет. Нет инфляции, нет роста цен, нет диких счетов на ЖКХ, нету разрухи в этом ЖКХ или мусора во дворах. Всего этого не существует. Есть только проблема автоперевозчика на маршруте Уфа-Тавтиманово. Хабиров гневно потребовал, значит, от своих ведомств решить эту грандиозную проблему. Тут же Клебанов доложил, что проблема-то, оказывается, уже решена. Все исправили. Сегодняшний день. Хорошо, Сергей Петрович, у меня просьба на контроль взять. Прочаковская, как говорится, тут все клевещет на наше светлое настоящее. Автобусы забегали, никакой Искалин нам не нужен. Ну и Хабиров напоследок потребовал, чтобы ведомство подали в суд на этого Искалина и его наказали. Как выразился Хабиров, крови он у них попил прилично. По Искалину он крови-то много, насколько я понимаю, попил вам, уважаемые коллеги. Ну, значит, если он нарушил обязательства, значит, через суд все. Да, это частная история, да, это конфликт между там Минтрансом и частным перевозчиком Искалином. Мы не вдавались детально в эту проблему. Насколько мне известно, там просто, как говорится, чью-то шкуру не поделили. Ну, вернее и важнее то, что вот на самом деле в представлении Хабирова и его команды иных проблем, как на маршруте Уфа-Тавтиманово, у жителей Башкортостана не существует. Далее привычно заслушали ситуацию в ЖКХ и на дорогах. Исполняющий обязанности министра ЖКХ Юрий Палтусов доложил о том, что отопление везде в Башкирии уже отключено. На прошлой неделе все муниципалитеты республики приняли решение и завершили отопительный сезон 2022-2023 годов. С замиранием сердца ждем счетов за апрель. Посмотрим, как же они оценили свою работу в этом месяце. Что-то мне подсказывает, что ценник за отопление в апреле никак не будет меньше, чем за те же самые услуги в марте. Также господин Палтусов сообщил, что особо серьезных массовых отключений ресурсов ЖКХ на минувшей неделе не случилось. Было одно отключение более 8 часов и 20 отключений менее 8 часов. Юрий Палтусов тщательно обошел новые проблемы в области ЖКХ. Я говорю о том, что на минувшей неделе правительство Российской Федерации одобрило повышение тарифа на электроэнергию для граждан. Повышение это составит 6,3%, существенно. Об этом почему-то наше правительство решило не говорить. Ну, подумаешь, очередное повышение цен. Хотя, помните, да, нам обещали, что весь 2023 год тарифы ЖКХ расти не будут.
Ну, как говорится, где обещали, там и обманули. Плюс 6,3% мы будем теперь платить за электроэнергию в ближайшее время. Как известно, жители Российской Федерации, это новая нефть, нефть упала в цене и особенно не продается. Теперь, значит, выкачивание ресурсов происходит непосредственно прямо из населения Российской Федерации. Ну и, естественно, поднятие этих тарифов и есть тот самый механизм выкачивания средств. Хабиров, впрочем, похвалил Уфу. В частности, похвалил он Уфу за пуск фонтанов. Кстати, не знаю, как в других муниципалитетах, где-то у нас фонтаны есть. Уфа провела прошлую неделю запуск фонтанов. Я вот несколько слов скажу. Анна Евгеньевна, я нашел время и пришел на Советскую площадь. Не смейтесь, пожалуйста, он опять сходил на Советскую площадь. В этот раз ему все понравилось. Там играла музычка, там работал фонтан, и Хабиров был в восторге. Ни одного замусоренного газона он на пути своего следования не обнаружил и, в общем-то, остался доволен. Докладывая о ситуации с дорожными происшествиями, травматизмом и гибелью людей на дорогах, министр транспорта и дорожного строительства Клебанов сообщил нам, что 71 ДТП случилось на прошлой неделе, в них пострадал 81 человек, погибло 7. Ямочный ремонт господин Клебанов осуществляет, как положено, победным образом. 58% выявленных дефектов на дорогах уже устранено. Всего он выявил 63 490 ям и дорожных дефектов. Все они находятся у него в работе. И, повторюсь, 58% он уже отремонтировал. По плану к 15 июня ямочный ремонт должен быть полностью завершен. Вот 15 июня мы традиционно выходим на улицу, садимся в автомобили или идем пешком и смотрим, и радуемся, что все ямы отремонтированы. А еще они начали все-таки наносить разметку. Вот эта история с разметкой на проспекте Октября, которая всколыхнула многих автолюбителей, где там разметка противоречит дорожным знакам. Но это первая ласточка вот этой дорожной разметки. Всего же везде разметку на дорогах Клебанов планирует завершить к 15 июля. А вот в центре Уфы он сделает это чуть раньше, к 15 июня Уфа будет по центру размечена новой разметкой. Ну, посмотрим, что у них получится, потому что это уже какая-то повторяющаяся на самом деле история, которая из года в год вызывает массу разговоров, раздражений. Ну и, естественно, в эту историю вбухиваются огромные миллиарды рублей. Мы помним вот эту странную историю с двойным финансированием разметки в Уфе. Там отсюда 100 миллионов, еще отсюда 100 миллионов надкинули. Надеюсь, что прокуратура разберется в этом двойной бухгалтерии. Ну, в общем, разметку размечают, дороги ремонтируют. Далее обсудили животрепещущий вопрос празднования 9 мая. О подготовке праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ирик Сагитов, курирующий все вопросы патриотизма и взаимодействия с силовыми структурами в правительстве, доложил о программе на 9 мая, которая планируется к реализации в ближайший праздник Победы. 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Уфе планируют отпраздновать с не меньшей помпой, чем в прошлом году. Планируется возложение цветов у монумента Шаймуратова. Ну, естественно, куда же без этого? В 10 утра 9 мая случится это возложение. В 11 утра переместятся возлагать цветы в Парк Победы. А в 12 случится парад техники и личного состава курсантов. 1500 человек планируется в боевом порядке, значит, переместить по проспекту вдоль горсовета. Будет даже конница МВД. Впервые на этом параде будут принимать участие, значит, участники и ветераны специальной военной операции. Те, кто находится в отпусках или уже оттуда списаны. Будет и военная техника. И даже малая авиация с вертолетами. 40 единиц исторической техники 8 мая будут доступны для обзора жителям Уфы около Русского драмтеатра. Ну и, конечно же, танцы, и песни, и салют, и торжественный концерт в 23:00. Все это великолепие бабахнет в небо над горсоветом. И праздничное мероприятие завершается проведением салюта на площади имени Ленина 23 часов.
Вот это вот все, то, что огласил Ирик Сагитов, никак не объясняет, а даже еще более усложняет понимание отмены бессмертного полка. Колонны курсантов, техника, скопление народу, все это будет, все это планируется. Что же с этой опасностью, которую нам внушают власти и говорят, что из соображений безопасности отменили бессмертный полк? То же самое скопление народу, концерт, люди, шарики, фонарики, салюты, значит, даже конница МВД. Ну, в общем, ультрапатриоты и те, кто жаждал все-таки пройтись с портретами предков в колоннах, отмечая 9 мая, так и не получили внятного ответа властей, что же за опасности сгустились над их головами, почему им не разрешают устроить традиционный бессмертный полк, и, собственно, мы понимаем на самом деле, почему это происходит, да ведь? Мы просто об этом не говорим в открытую, мы все это понимаем. Увы, причина, конечно, кроется, на мой взгляд, не в какой-то эмпирической опасности, которую тут нагнетают нам во глубине сибирских руд. Возможно, в Белгороде, в Брянске или где-то там поближе к боевым действиям эта опасность действительно существует. И мы слышали уже о том, что и поезда пошли под откос, и прочие неприятности случаются там в приграничных районах. Но мы-то здесь на Урале, до нас, как говорится, дроны не долетают. Но, тем не менее, все есть так, как есть. Завершили оперативное совещание, на мой взгляд, очень важным вопросом о мерах, направленных на повышение безопасности на дорогах Республики Башкортостан. Было два содокладчика, один из них был министр транспорта и дорожного строительства господин Колебанов, а второй был полковник Севастьянов, начальник ГИБДД Республики Башкортостан. То, что нам рассказал Колебанов, в общем-то, отдаленно напоминало достаточно серьезный научный подход к улучшению ситуации на дорогах, к действительно обеспечению безопасности на дорогах. Я на некоторое время даже заслушался тем, что рассказывал нам Александр Владимирович, потому что вот без всякой иронии скажу, что его доклад впервые произвел на меня впечатление серьезного подхода с тех пор, как я уже несколько лет слушаю доклады министров транспорта по поводу улучшения ситуации на дорогах. Если предшественники Колебанова 100% надежд возлагали на комплексы видео-фотофиксации нарушений, ну, то есть они полагали, что улучшить обстановку и аварийность и ситуацию там с травматизмом на дорогах можно было путем фотографирования уже случившихся ДТП либо фиксирования нарушений правил дорожного движения. Это, конечно, абсолютная чушь. Так вот, Колебанов нам рассказал несколько иную историю. Собственно, что он предлагает? Ремонт 870 километров дорог, установка, замена 18 тысяч знаков, монтаж 110 километров барьерных ограждений, что очень, кстати, важно, установка 146 светофорных объектов, создание 320 искусственных неровностей, освещение 220 километров автомобильных дорог, ввод 41 комплекса фото-видеофиксации, ну куда от этого деваться, и перенос на иные новые места 79 уже приобретенных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Еще Колебанов планирует приобрести один единственный комплекс, мобильный комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения. Также, что важно и что вот я отметил про себя, обследуются, регулярно обследуются места концентрации ДТП, и там устанавливаются дополнительные световые устройства, которые обеспечивают в темное время суток лучшее понимание дорожной ситуации для водителей. Ну и тут вот та мера, которую нам поведал Колебанов, к которой можно относиться пока с осторожным оптимизмом, это формирование интеллектуальной транспортной системы Уфимской агломерации. В республике с 2022 года реализуется проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы Уфимской агломерации. В соответствии с заключенным госконтрактом предусмотрены работы по реализации данной системы до конца 2024 года. Тут нельзя обойтись без некого иронического замечания. Видимо, частью вот этой самой интеллектуальной транспортной системы станут те самые очень умные остановки, которые маниакально монтирует господин Мавлиев по всей Уфе. Как известно, эти остановки настолько умные, что они не пускают внутрь себя
горожан, ну и, кстати говоря, правильно делают, потому что горожане очень странно относятся к этим объектам, норовя их разгромить, разнести, разломать и демонтировать. Чем уж там не приглянулись эти умные остановки жителям Уфы, неизвестно, но, судя по всему, сами остановки оказались умнее граждан. А также Клебанов нам сообщил о том, что в Уфе создан Центр управления дорожного движения. Ну да, это было сделано в 2023 году, эта штука запущена. Планы у Александра Владимировича грандиозные. К 2025 году он собирается установить в Уфе 134 детектора транспортных потоков, которые позволят прогнозировать и оценивать транспортную ситуацию и, соответственно, оперативно менять, например, настройку светофоров. Он планирует создать систему оптимизации управления светофорным хозяйством и обеспечить тем самым директивное и косвенное управление транспортными потоками, что бы это ни значило на самом деле. Ну, собственно, в целом прозвучало это очень даже оптимистично. Если бы не выступление Севастьянова, которое последовало за выступлением Клебанова. Ну, к этому мы еще придем. Закончил Клебанов свой доклад обзором эффективности комплексов фото-видеофиксации. Сообщил совершенно фантастические цифры. Во-первых, он за январь-апрель 2023 года уже собрал 1 000 000 000 рублей штрафов. Также хочу доложить вынесение постановления об административных правонарушениях. На 1 мая текущего года с автоматических комплексов фото-видеофиксации вынесено более 1 миллиона постановлений. Это вот ужас, конечно, очень много собрал с населения. И надо сказать, что это удвоение количества штрафов и сумм штрафов по отношению к предыдущему году, к аналогичному периоду прошлого года. То есть Клебанов и в плане вот этих вот комплексов фото-видеофиксации, конечно, разительно отличается от своих предшественников. Надо помнить, что штрафы от нарушений правил дорожного движения поступают полностью в бюджет региональный. То есть эти все деньги достаются башкирскому бюджету. Вслед за Клебановым выступил полковник Севастьянов. Его доклад был разительно иным и по настрою, и по контенту. Севастьянов заявил, что, дословно цитирую, «ситуация на дорогах и в транспортной сфере характеризуется незначительным снижением аварийности. И основная причина аварийности и ДТП в республике – это снижение дисциплины вождения автотранспортных средств». В текущий момент ситуация в сфере безопасности дорожного движения в республике характеризуется незначительным снижением основных показателей аварийности. Основной причиной ДТП со смертельным исходом стала низкая водительская дисциплина. Полковник Севастьянов действительно был менее оптимистичен. Он рассказал нам о том, что если в городах и более-менее крупных населенных пунктов присутствует личный состав ГИБДД и регулировать движение, и следить, контролировать поведение водителей еще как-то получается, то в районах и в отдаленных селах сотрудников ГИБДД и комплексов фото-видеофиксации нет напрочь. Дошло уже до того, что была выдвинута инициатива передачи полномочий контроля за нетрезвыми водителями непосредственно участковым милиционерам, которые, вернее, участковым полицейским, которые худо-бедно еще остались в селах. Севастьянов рассказал, привел примеры нескольких совершенно жутких историй с ужасными авариями именно в селах и в отдаленных районах, где нетрезвые малолетние водители, не имеющие удостоверения, на автомобилях не зарегистрированных должным образом, летят в кювет и убивают в том числе малолетних детей там, и своих односельчан. Ну, в общем, совершенно дикие абсолютно истории. 22 апреля в Давлекановском районе в дневное время 18-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав управления, управляя автомашиной, не зарегистрированной в установленном порядке, с подложенными государственными регистрационными знаками, двигаясь со стороны деревни Поляковка в сторону деревни Черниговка, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на электропору, после чего опрокинулся. В момент происшествия в автомобиле находилось 5 человек, в том числе 3 детей. В результате ДТП полугодовалый ребенок от полученных травм скончался до прибытия скорой медицинской помощи. Всего за 4 месяца 2023 года в Башкирии было задержано 3677
пьяных водителей. Из них были задержаны повторно 502 человека, а это уже уголовное преступление теперь по новому законодательству. Кроме всего прочего, нетрезвые водители уже убили 10 человек на дорогах Башкортостана за истекшие 4 месяца. В общем, статистика это, конечно, жуткая. Севастьянов самым откровенным образом просит помощи у правительства по части просвещения населения об опасности употребления алкоголя за рулем. И мне показалось, что вот то, как он докладывал ситуацию с вот этими пьяными водителями в деревнях, конечно, звучало очень тревожно. Хабирову, конечно, не понравилось, как Севастьянов описывал ситуацию с дорожным хозяйством в республике. Мог бы и похвалить, мог бы где-нибудь какие-нибудь прекрасные цифры назвать, а то он про пьяных односельчан рассказывает, и как-то это неприятно было слышать. Ради Фаритович назвал ситуацию с ДТП напряженной. И отметил, что в последнее время начался рост ДТП на федеральных трассах, при том, что в прошлые периоды количество ДТП на федеральных трассах снижалось. Ну и вынужден был признать, цитирую дословно, что между маленькими деревнями пьяная молодежь и ездит. Потому что действительно на федеральной трассе там и ГИБДД есть и так далее. В каком-то маленьком районе между двумя деревнями пьяная молодежь и ездит. И это действительно, увы, так. Потеря контроля над малыми региональными местными дорогами со стороны ГИБДД, это, конечно же, следствие снижения и штата ГИБДД, и снижения внимания к этой службе со стороны вообще федеральных властей. Видимо, не до них сейчас на фоне общих событий. И количество инспекторов, количество постоянных постов, количество патрулирования, конечно, катастрофически снижается. Ну и как результат, наши безответственные водители, а особенно те, кого и водителями-то назвать особенно нельзя, вот этот вот пьяный подросток из далекой деревни, у которого нет ни прав, ничего, и он сел в автомобиль, который, ну, без номеров и там списан, или, как рассказывал Севастьянов, с какими-то поддельными номерами, и убил там кого-то из своих пассажиров, ну, этот пьяный подросток точно не может считаться водителем. Я бы называл этих людей просто преступниками.